Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games. Это краткий выпуск новостей касаемо The Isle of Rima. Недавно прошел стрим Донди, и давайте пробежимся по важному, интересному и кратко. Во-первых, подтверждено, что в конце трейлера знакомые лица, в конце появляется тираннозавр Рекс. Это говорит о многом нам и намекает, этот динозавр будет следующий, кто войдет в игру. Крики Рекса будут изменены. Тираннозавр Рекс может производить два разных вокала на единичку. Послушаем это. Я не знаю, насколько это правда. По омнирапторам и существам, которые цепляются за жертву. У нападающих будет изменена эта механика. Они смогут карабкаться по, так сказать, точкам фиксации на своей жертве. Выбирать место укуса для большего урона без кровотечения или с ним. Не повезет некоторым динозаврам, которые не могут достать до спины или же просто сбросить. Упоминались старейшины и обновление дорожной карты. Надеюсь, нам расскажут об этом подробнее в следующем стриме. Еще Донди показал новое ночное зрение. Как я понимаю, в области поля зрения появится некая граница, когда мы нюхаем, они появляются и отдаляются. Знаете, некоторое отражение, которое будет обводить здания и прочее, чтобы обойти себя в условиях полной темноты. Еще изменение баланса механики цепляться за жертву у таких, как омнирапторы. Подробностей не раскрыто. Скорее всего, трата стамины будет уменьшена на жертве. Палец вверх, подписка на канал и бац, и колокольчик. Также не забывайте подписаться на все остальные наши соцсети. Группа ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Бусти и ВК Плей. Потому что мы не знаем, что может случиться с Ютубом завтра. Мы не теряемся.